А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Дратуйте, дратуйте, Славик. Пау-пау! Всем привет! Шо-шо, пау-пау? Пау-пау, ну я полиция, пау-пау-пау. Ты кандидат, понял? Контрабанда, полис. Ну. Какая-то польский какая-то эра. Не, ну граница, Польша, в принципе, все. Я только так ее знаю, честно говоря. О, полиска. Прямо. Полиска, понял? Будет у тебя, Славик, подруга Лиска, ты будешь ее называть, ты моя полиска. Лиска, полиска. Главное, чтобы ты не была жопа Лиска. Я хотел сказать, но промолчал, блин, ты, блин, бескультурщина. Это вообще ужас. Тупо быдло. Welcome to... А что написано? Аркастан, что ли? Аризона, наверное. Слушай, грузится так долго, ничего себе. Welcome to... Ну это что-то походу типа как Заковье, как это в Мстителях, помнишь? Наверное, тоже какая-то, потому что он, видишь, бля, какая-то буханка справа стоит. Непонятная. Ака... Ака? Да, вон Ака лежит в левом углу. Да быстрее, ну сколько можно ждать? Славик не любит. У него терпения крайне мало. Да, Славик? Угу. Все, соточка. Начинаем. Это, короче, я, наверное, да? Не, вот он. Нет, я... это я. Это ты? Ну да, он на тебя чем-то, кстати, больше похож. Он страшный. Он хочет, чтобы ему пятюню дали. А, блядь. Надо было нажать, прикинь. Это... Литературный вымысел, игра вдохновлена реальностью, но все имена и события являются вымышленными. Любые совпадения, короче... Нихера не совпадения. Погранпост. Карикатки. Акаристан. Акаристан. Ну, Аркастан, блядь. Ставку варишу. Мы добуду ладко адру. Я пердоли. А вона кидавра, курва! Курва бобер! Грудок. Курва бобер! Это не та вживат, коліш то неделька от дріба дюра. Зато варіш комісар, валіш то едвас акато. Я даже что-то в краем уха даже понимаю, о чем он говорит, даже не читая субтитры. Если это действительно польский, то он все равно чем-то... Ну, шлёпнули все приказы, иначе... Адули малаши, веч то... Миша малаши, правильный смысл. А где мое тело? Где я? Ну. Ты просто камера. Все, я тебя услышал. Нет, погнали. Не польский, наверное. Блядь, ты вышел. Блядь. Ты сел в него. Брат, ты как ты это сделал? Ты колдун. Слышь? Успокойся. Не стучи дверью, блин. Сука, не получилось. Я сказал, открой. Мужчина. А прикинь, ты так по гранцы к тебе подходят, а ты в тупую дверь закрываешь. И так смотришь на них. Курва, бобер. Сука. О, тут, слышь, тут нормальный трафик такой еще. Ля, он газон хуярит. Это что за лягушка проехала? Квакушка. Брат, есть курить? Отдайте товарищу командиру! Да, брат! Товарищу командиру! Неважно. Неважно. А ты ж сигарету только что выкинул, подожди. А, он ее просто вниз опустил. Ну ладно. Ты же товарищу командиру. Открой! А, или надо обойти? Не понял. А, тю. Калитка же есть, ё-моё. Ну что, смогли открывать? Мы вас чекали. Мы вас ждали. Добро пожаловать на погранпост. Акаристанов карикат. Я комиссар Андреев. Я веду вас в курс дела. Опа. Раскрыто сотрудничество с террористами. Славы. Николай Резников, начальник пограничной охраны, обвинен в сотрудничестве с
с бандой, понял, что раздельно сделали, контрабандистов и приговорен к 10 годам принудительных набутыливаний. Прокуратура начала следствие по делу о коррупции в полиции. Продолжаются допросы 6 лиц. Писюна и 2 яиц. Все, понял. Арестован пограничник. О, досье. Ща. О, за ты шо? Я уже нравится эта работа. Водка. А ты знаешь, что с этих 2 бутылок потом сделаю? Шо-шо-шо, присядут? На пушке дымятся, подружки скачают. Ох ты ё. Опа. Игорь. А я думал, это этот. Это генерал-секретарь. Не видно, бля, коммунист, сука. Тап нажми. А. Проверка документ. Имя, фамилия. А, надо придумать, да? А, или уже есть. Я хочу свою фамилию, не? Нельзя? Она, это обучение, там написано. Ты читаешь, что написано. Проверка документов. Для пересечения границы у водителя должен быть полный комплект действующих документов. Вы можете автоматически сравнивать выбранные поля за счет восприятия. Восстановите уровень восприятия, отдохнув в своем жилище. Ошибки в оформлении документов лишают права въезда в страну. Не забудьте отметить их в отчете. Бля, я что, пришел сюда работать или играть? Я не понимаю. Плохое техническое состояние автомобиля не является причиной отказа во въезде. Ага. Плохое техническое состояние автомобиля не является причиной отказа во въезде. То есть мы не... Если ушатанная машина, ты все равно пропускаешь. Да, понимаешь? То есть, да, там приезжают на запорожцы, это нормально. Ну, мы еще посмотрим. Это поле, это поле есть в каждом документе, и цифры должны совпадать. Ищите, что там, орфографические ошибки. Левон Кулиев. Типа что, ошибка где-то, я не понимаю. Ну, типа должна, если будет ошибка, то да. В поле есть, это поле есть в паспорте, разрешение на въезд и карта гражданина. Сверьтесь с календарем, чтобы проверить срок действия документа. Ага. А в этом поле есть, это поле есть в паспорте, разрешение на въезд на карте гражданина. Ага. Подожди, вот это, да, получается? Слайд. А, я, ну и сравнивайте лицо водителя с фото в паспорте. Тупо смотрите. Подать. Ага. Акристанская Народная Республика, страна, известная своими богатыми месторождениями полезных ископаемых и металлургической промышленности. Большая часть населения проживает в плодородных западных районах и вокруг большого района Сатикан. Это реально такое или это вымышленное? Коммунистическое правительство... А, ну вымышленное, все понятно. Коммунистическое правительство возглавляет Акристанская Рабочая Партия. Все понятно, это пиздец, Сай. Это вымышленная, походу, но, скорее всего. Кагастам. Мадагастан, понял? Там Лев Алекс, там жираф в кепках ФБР. Ты понял? На границе стоят такие. Да, такие, что ты мне сделал? Я лев, блядь, понял? По жизни. Не-не-не, такой, я волк, понял? По жизни, потому что волк в цирке не выступает. Ауф! Так, мне неинтересно читать вот эти. Или надо читать? Военные ралли. Да, наверное, вряд ли. Это типа чисто... Флаг. Это вообще именно тупо... Аль-Барак. Это что, турецкий, по идее, похож, да? Немного. Ну, вообще прикольно. Но заморочились, конечно. О! Да ты шо? Да все, я понял. Тут сейчас машины. А, да тут, походу, да. Тут, да. Полный туториал. О, отлично, всё. Давайте приступим. Опустите рычаг, чтобы пригласить первого водителя на пограничный контроль. У меня вот один вопрос, а почему мне это говорит Марио? А чё Марио? Ну ты же, it's me, Марио! Давай, гражданин, подъезжай, подъезжай. Стоять! Оп, стоям потом. Стоять! Я чё, орать должен? Для въезда водитель обязан предоставить комплект...
что-то требуете предъявить документы. Как-то смотрит на меня неуважительно, тебе не кажется? Он на очке сидит, просто боится. Да, да. Атрич, давай. Акровротай. Чё сказал, кому ты в рот дай? Листов акваслужный, акваслужный, автоматичный компаратно инструменту, это контроль на сайте тела мяно, это вихорошный на всем документам. Так, Мирослав. Все правильно. Нажми, наверное, на... Чё она... А. А, типа на зеленом, да, данные водителя верны, этому водителю запрещен въезд в страну, поле другого типа, сравните дату рождения с календарем, чтобы проверить возраст водителя. Нихера себе, блядь, ты въебал. Нихера себе. Сравнение поля документов снижает уровень вашего восприятия, когда вы... А, вот сверху, видишь, восприятие. Угу. Когда уровень падает до нуля, приходится использовать визуальные проверки. А, тут типа я сам буду смотреть, да? Ну, то есть оно, видишь, там зеленым горит, если да, я да, вообще да, типа да. буду. Чтобы восстановить восприятие, отдохните, подумайте о покупке улучшенной квартиры. У меня квартиры нет. Нет, а мамры, аж контрольный документ. Забудьте отметить найденные ошибки. Так нету. Что, отчет-то... В этом отчете вы будете отмечать любые несоответствия, обнаруженные в документе. Отметьте хотя бы одну ошибку, прежде чем развернуть водителя. Или оставьте пустой отчет. Если дадите разрешение на въезд. Найдите все возникающие проблемы, чтобы получить самую высокую оценку. Со временем ваш отчет будет расширен. А... Срок действия. Не подходит для сравнения. Что? Подожди, в смысле не подходит? А, у него срок действия до мая, правильно? Да. Ну то есть все заебись, а что тогда, ничего нельзя? Или надо, типа, в любом развалишь это? Пора принять решение. Этот водитель имеет право пересечь границу. Дядя, ну давай так. С глазами не смотри. Понял? Давай так. Будешь ехать обратно, бутылочку водочки прихватишь, да? Ну и ты понял, да? Пиздуй. А. Сай, что ты молчишь? Ты въезд ему разрешаем или запрещаем? Срок действия паспорт каждого гражданина. Срок действия 18 апреля. А сегодня какое число? 16 апреля. У него через 2 дня заканчивается срок действия карты гражданина. Сука. Бочина, она. Не, ну она еще 2 дня есть. Ну это просто типа, чтобы мы запомнили, видать, его, понял? Ну, может быть, проезжай. Ну, проезжай, Василий, блин. Отлично! Да, конечно, брат. Все, шоху, если шо. Бля, а как она на тебя едет? У нее даже колеса ржавые, понял? Нет, нет, ай-яй-яй. Это нового братца. Шо? Минус $100. Нихуя себе, блядь, зарплата. Я только первый день вышел. Подожди, а что там было не так? Я не понял. Не знаю. Нет, это решение было неверным. Пригласить следующего для проверки. Да мне сейчас теперь хуй кто, блядь, проедет теперь. Стоять, слышишь? Блядь, брат. А ну рыскай. Это покарский ородник. Всем загрубники мадро валидно карту соязвительства. Служный соязвитель от враху нажих. Что он сказал? Сайк, я просто не... Я пердоли, говорит. Сейчас ты решил, блядь, открывать ему все. Сейчас я ему, блядь. Слышишь? А ты ему не закрывай, потом, когда его пропустишь, пускай так и едет. Я так и хочу. Атрич, акровротай. Только дайте. Слышь, ага. Блядь, тут условия будешь ставить, слышь? Олень, блядь. За такой базар ты сегодня точно не поедешь. У меня сегодня волына, походу, есть. Не, нет, нету. Ладно, шо у нас там? Азамат. Что-то он на Азамата не похож, тебе не кажется?
А, вот, понял, походу, эти. Или что это, подожди. Нет, тут все правильно. Азамат Сабиров. Тоже вроде правильно. Срок действия паспорта истек уже. А, ну да. А хуй тогда все ему тогда, ну, сосать, правильно? Ну да. Брат, ты тупо вообще. Хуй. Атаю съем раховы. Пердоли отсюда. Нихера себе у него машина, смотри. Понял, все закрывается автоматически. Не, он багажник не закрыл. Да и дверь, походу, открыта, слышно, не? Не, не, дверь. О. Ну, мы хоть не в минус уже работаем, понял? Ну, пока мы еще минус 20. Так, стояночка. Нива, аккуратно. Ты хочешь, чтобы он тебя сбил? Ну да. Все, будет просто проезжать тогда, когда я скажу. А что это за Нива такая? Здравствуй, товарищ командир. А ну, прыскай машину. Что-то мне кажется, у него какая-то контрабанда, дядя. Я поверь, я хуже. Вышел, блядь. О, видишь, показывается, можно это. Прям в машину залезть. Да там вроде можно колупать ее как-то, но, наверное, еще нельзя. Наверное, нет, оно. А ну открой. Что-то мне такое чувство, что шлангочки здесь не просто так, да? Шлангочки и алкоголь провозят, блин. Это на самом деле труба под землей, блин. Опа. Ой. Что такое? Током, наверное, ебануло, да? Аж мне не открылось. Да, 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 да. Давай документы. Росомаха. Да, пожалуйста. Польский росомаха, блин, ты понял? Сейчас проверим. Кратос. Кратос, понял, с Годовар. Наруто Узумаки. 61. Объединенное ралли. А вы случайно не срали? 9 сентября. Срок действия. Дата рождения. Но срок действия. 26 ноября, 81 год, ну нормально все. Сейчас апрель только. 81 год. Катрас Узун. Катрас Узун. Что-то, бля, Катрас, мне кажется, что-то не то с ним, тебе не кажется? Ну лицо то, да? Да, морда это росомахи. Я вот это срок действия что-то не сильно понимаю, в чем прикол. Не подходит для сравнения. Что значит не подходит для... Разрешение на въезд? А то паспорт. Срок действия паспорта 26 ноября. Срок действия разрешения на въезд 9 сентября. Все нормально. А, все. Я сначала и не понял. 16 апреля. 81 год. Ну чеши, бля, тогда. Шо, можно, дядя? Хорошего дайна. Давай, давай, брат. Когти смотри свои там это, не вытаскивай. Не махай сильно когтями. Да, да, да. К Савьеру привет передавай. Еще. Что, неужели мы его? О, все нормально. Достойно, соточка плюс. Что там, давай, приезжай. О, там сейчас у него по-любому сейчас шмон устроим. Я ебу. А что это у нас тут? А ну открывай. Понял, еще документы не спрыгнул. Документы, да. Что-то мне не нравится твой посыл, дядя. Ладно. Сейчас проверим. О, ля. Фото не то. Тупо не то фото. И что делать? Стой, подожди, пока мне. Давай, Рабим. Неправильное имя написано. Да, Рабих, там Рабин, да. Палат. Срок действия верный. А там срок действия тоже верный. А, не, срок действия паспорта прошел. И имя неправильное, и фотка не то. Ну посмотрим, может у него еще что-то тут. По-любому он, наверное, какой-то нарколыга. Что же, двигатель у тебя, дядя, какой-то слишком. Он как будто курит. У тебя машина курит? Сука, не отвечает. Что-то он что-то скрывает. Вышел. Вышел, я сказал. Вышел! Сука, его что, прикладом пиздануть, я не могу понять. А он выкупает, что ему нельзя вставать, сейчас все повыпадает. Ну, все наркотики, да? Да.
Сейчас надо. А все, он все равно не проезжает в любом вале. Вась, ну ты тупо вообще себе. Не, в доступе отказано. А че? А стой, а че-то досмотрит? Куда? Шо, не понял. Ты должен был отчет-то досмотреть сделать. Ты его сейчас без... да? Без повода не разрешил ему проезжать. Че без повода? Вон... Я забыл за ту карточку. Ну ничего страшного, минус сотка баксов. Маришу, это не так, то слушай нехорошо. Перед нашей утрошной обарматику. Никита, ты молдаван, конечно. Я поляк, блин. Пердоли, спать. Я поляк, на. Ты чё? Что у тебя будка? В моей собаке то больше. Да ты смотри. Сагреты валяются. Карсис, понял? Ага. Да, я понял, спим. Окей, спим. День. Тупо в минус работаем. Жена будет отправлять бабки. Чтоб тебя выпустили с работы домой. Я заместитель комиссара и буду руководить вами вторую. Охуенное обучение, тупо сбили с меня бабок. Активность контрабандистов из банды. Так, честно, наши зайки будем занимать, мы будем регулярно предоставлять вам необходимую информацию. Ага. Każe vanotrička estio eno kontrabaditelu. Vy madre posukati všem, ktorý pasujete opisaniu. Nemvinica, nuracho kontrabandu a šajadič ač akaristanska. Krajne sú čas celý. Otrikso ač nita. Ač vy arbačnito šajaditeľa ač kontrolu. Tak. Один из наших осведомителей в банде Оберанкова получил ценную информацию о доставке очередной партии контрабанды. Короче, возраст 41 водителя, год. Да. И тут номер GFX. Ну все, погнали наши городские. Я здесь один, походу, ебашу, причем в минус. Так, стоять. О! Вот это номер. Сразу попался. Все, дядька, давай. Сказал, у нас есть подозреваемый. Просить его выйти из машины, чтобы обыскать кабину. А, ну дай ему в кабину, говорят. От Ликсу, от Мавигоди. Контрабандители познучно их криювков, ильо сербентный знак. Она я лишь то ачфионетка мигот. Луско мне, ваш служный миготник, это азможный. А теперь вы посукати знаков контрабанду, ачфену сиденья. Что там писано? Прикольно. Ну типа, в каких местах ты можешь найти контрабанду? Мы требуем инструментов от работы. Возьми нож. Где нож? Остро. Понял, нож. Остро. 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 Сиденье. Ох ты, нифига себе. Вот это дядя ты себе. Режь его нахер. Он меня проклинает на каком-то. Ильо трудийне месті. Ильо посукати эту маскота. Не так негодника та ед. А да вы мадре обар. Кокаин. Нихера себе, дядя. Ты на жигуляторе кокаин провозил? Ты вообще именно? Ваша полицка рухнишко. Мадре эту подрички от вас на контроле. Я хуею. Али вы мадре арестнуть это бедлок. Этого бедла? Негодяя. Шо, можете арестовать. Ты можешь его зарезать? Я думаю, нельзя. Бачу, дай нара. Да, на нары, бля, брат, пойдешь. Тупо лысина твоя будет сегодня. Надо было еще по шее дать ему. О, помещение для задержания. Здесь содержатся преступники, ожидающие отправки в трудовой лагерь. А что улучшать тюрьму должен? Нифига себе, чтобы повысить максимальную вместимость. Наймите тюремного охранника, чтобы предотвратить попытки побега. Помните, что если оставить заключенных в полицейской машине, они могут сбежать. Нихуя себе, Вася, сбежать. Все, закрывай камеру. Ты здесь надолго, петушок. Все? Можешь договориться с ним, можно, он бабок даст. Ну, я, видать, его только в полицейскую машину или это... Мы честные копы. Это коммунисты, не забывай.
О, а вот и наш наркосклад будет. А. Здесь вы можете оставить свои инструменты, оружие, перехваченную контрабанду и товары для торговли. Обновите склад, чтобы можно было хранить больше предметов. Помните, что все предметы без упаковки будут утеряны. Ага, или скурены, или вынюханы нашими дорогими сотрудниками. Вы можете переносить выбранные предметы из своего инвентаря для... или прямо из полицейской машины. Быстрый перенос предметов. Ctrl-мышка. Ctrl-мышка. Есть. Все. Она же в упаковке или... Ну да, в упаковке же кокаинчик. Избавиться? А как? Брат. Офицер Максим, хорошо курить. Ну, блядь, ты только... Жулик. Покиньте зону досмотра. Красавчик. Что у нас там остался? 41 год, да, подозреваемый? Иди бери этот. Что надо? Я не читал. Инструменты еще бери. О, нормально, тут и вилы. Топорик и вот это вот. А зачем вилы? Не знаю. Колеса, наверное, пробивать. Такой, знаешь, типа, ты никуда не проедешь. Ты такой по колесам. Буханочка. Так, стоять. Снега Дайнара. Да-да-да. Еще мы, блядь, еще разберемся, кто тут Снега Дайнара. Понял? Давай, бери его документы. Ну, на 40-летнего штриха у него зигу кидаешь, ах ты, сука. Сейчас... Еще выше поднять не мог? О, вообще, ля, смотри, другой тип. Сколько ему лет получается? Дата рождения... 41 год. 52 год. А, не, подожди, это ему... Что, 30... Ему 29 получается. Как да, ему 29 лет. Короче, фото не подходит. Срок действия тоже. Срок действия не подходит. Имя, что помимо Бухар, тоже не подходит. Бахар, видишь, у него там. Номер, что у нас? 3Y6LHN6. Номер нормально. Номер паспорта, да, только нормально? Все. Да. Братан, тупо в доступе отказано. Все, ну там. Проверь еще, он там ничего не перевозит. То резать его будем. Ультрафиолет включай свой. Сейчас на колесах там. На колесах, на крыльях там. Сейчас, блядь, проверим нахуй, дядя. Опа. А, я уже думал, все, блин, гайки. Тупо шмон. Что-то ты... уже сильно там не этот. Все равно уже никуда не уедешь. Не, ума, ну короче, мало все. Ли у него, блядь. Пошел нахер, все. Все, брат, тупо. Это все, нахуй. Выезд. Она же сохранилась, да, там в очередь? О, нет. А шо нет, дядя? Давай, иди, бу ножиком зарежу сейчас. Сейчас, блядь, как ебану. Сука, секиры быстро уехал. Сука. Half-Life играл? Быстро уехал. Закрой сейчас свою шляпу. Интересные шоу. Пускай давай следующего хай валит отсюда. Так сейчас. О! О, неужели нормально. Мы начали в плюс работать? Обоснованный отказ. Видишь, ты в тот раз не обосновал. Просто за свои понятия. Тихо, бля, А я так понял, можно колеса пробить, да? Шо, здравствуй? Давай документы, бля. Сейчас, подожди, бля. Черную молнию его сейчас просмотрю. Давай документы. Давай пусть он выйдет, блядь, а то мне что-то он не нравится. Все правильно, вышел. Документы насыпал. Арестовать его. Тупо не за хер. Ну. Сейчас мы еще проверим, за хер или не за хер. Аино. Иманалиев. Нормально все. Тут вроде тоже. CV3VM, да. Срок нормальный. Работа. Там и там. Блядь, шоу. Что, хочешь сказать? Фартануло. А сколько лет ему, подожди?
А, дата, кстати. Дата рождения. 37-й год. А сейчас... Вот тут вот, кстати... Подожди... А, нет, нет, нет. Не подходит, он старше получается. Смотри, это... получается, ему 40... 44. Ну да. А там 41 год. А там 41 вроде бы, да. Если бы он был бы 40-го года, тогда получается... Ну, не знаю, не знаю. Давай, а давай посмотрим, да. Слышь, ты сейчас точно допиздишься, я просто, блядь, я минус... Я пердолю твое сиденье, блин. Я сейчас минус сотку получу, но ты никуда не поедешь, я тебе это обещаю. Ты посмотри, блядь, на него. Что думаешь, тачку раритетную купил, все тебе можно? Прикинь, тупо залез пограничник и такой на тебя так буксует. И знаешь, ну пиздец. Я, честно, никогда не был за границей, поэтому я особо и не знаю, как происходит шмон. Все, хоть ну, я думаю, все, чеши, бля. Все нормально. Отлично! Да пиздец, выехал отсюда. Давай бы, блядь, вилами сейчас по заднице получим. Понял? Блядь, хуйну колеса тебе. Бля, у них машины, понял, вроде советского образца, но лучше, чем это. О, все четко, идеально. О, сейчас, по-любому этот ГЛЭК. Ну да. Сейчас, сука, сразу по колесам пиздец. Тихонечко, тихонечко, роднуля. А, о, художник, походу. Вот вы, блядь, любители росомахи, да? О, видишь, музыка заиграла прям. Ага, ага. Вышел. Конечно, я уже выхожу. Давай, давай, вилами в задницу, нихтя не получал. Электрооружие, блин. Секундочку. Давай сюда. Вот он, 41 год. Ну там сзади больше никакой машины так, нет. Владимир, стой, так давай проверим. А, он уже змею вижу, да, кстати. Да, да, да. Ну давай проверим, что он там, Владимир. Владимир. Вот и сука. Бондар. Бондар. Сука. Срок действия 15 декабря, срок действия 13 июля. Все нормально. Ну, по документам хоть доебешься, нормально сделали, да? Да. А это у нас что? Что тут, ножом или топорик? Я не понял, а что это за быцилки? Сейчас посмотрим. Типа можно взятку взять, понял? Никаких взяток, дядя. Я тебе дам, бля, взятка. Ты смотри. Вон сигареты там еще лежат. Где? Багажник, да. О, сука, ты у меня... Не, ну, садить, в принципе, за сигареты это тупизм, наверное. Ну, это же все-таки контрабанда. А, ты уже не предлагаешь, да? Сука. Блин, тебя посадят. Какой же ты лох. Владимир Бондар умер, блин. Твоя вина. Теперь как ты это объяснишь родственникам, блин, Владимира Бондара? Ну, за сигареты умер. Курение убивает, слава. Курил в неположенных местах, блин. Курите в положенных местах. Курил в неположенном месте, и его убил пограничник. Вообще как-то связи, да, никакой нету. И, ну, в принципе, на этом можно закончить. Наверное, продолжим уже в следующий раз. Чем прикольно получилось. Ну да. Я работал в минус. Конец игры вообще прям счастливый, хэппи-энд. Прям. Просто, ну, Владимир умер, ну что, блядь, ну, Володя, блядь. Не, ну просто того ж, помнишь, ебанул пару раз ножом, он не умер. Ну, видимо, ты тут попал в артерию. Какие-то контрабандисты слабенькие попались. Это потому что курит, скотина. Бессовестно. В неположенных местах, блин. Так что, ребятулечки, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик и оставляйте комментарии. Да, всем спасибо, пока.